Наш отдых продолжается. Сегодня мы приехали на зону отдыха. Зона отдыха номер 9. Такая березка красивая. Вот такое озеро. Здесь можно и рыбачить, и купаться. Здесь на территории беседки. У каждого своя территория беседочная. Вот домик даже тут стоит. Там беседки. Наша беседка здесь. Беседка, здесь стол. Такой большой стол. Здесь беседка. Покажу сейчас. Тоже вот с таким столом. Все с деревянного сруба. Ну и как обычно любят в России вот такие вот всякие тайные записки вешать. Здесь все с Тинькоффа такое красиво. Здесь умывальник. Здесь песочница для маленьких деток, пожалуйста, играть. Качелька. Здесь пирс. Такой вот пирс. Дети уже купаются. Мы только одни здесь сегодня. Рабочий день. Обычно на выходных тут мест нету, снимают бронь. Ну чисто песок. Спуск очень хороший, мягкий, плавный. И дальше. Здесь же можно сидеть, наблюдать, как играют дети. Пожалуйста, вот такие вот всякие аттракционы типа. Ну и все, и там зона уже другая. Вот это пирс их. Давай, давай, давай. До конца. Ё-моё. Все, будем отдыхать. Мы сегодня здесь до вечера. Завтра идем в боулинг. Потом все расписано каждый день у нас. В общем, отдыхаем по полной еще. Еще дня три, и потом мы уезжаем. Туда не лей, не надо, не надо туда лезть. Егор, туда не надо, вот начинается. После берега. Отдыхаем в той же компании. Те же детки, те же взрослые. Такой островок красивый. Прям вот цветочки уже цветут. Зацвели. Купаются, все отдыхают. Вот все плавают. Вода теплая уже после обеда, вообще шикардос. Вон там в глубине тоже плавает. Я лучше папы плаваю. Не знаю. Вот Артем весь в песке сидит, как этот африканский парень. Иринка, плыви сюда. Ира, обратно плыви.
Лира плывет там. Кириешки. Ты стесняешься. Возьми все в свои руки. Сухарики самодельные. Я не хочу. Такая вот уточка. Вот столько вот пива. Зелень. Поляна чисто природная, отдыхает для отдыха. Что ты хочешь, Ир? Сейчас как в пионерском лагере. Первый день садятся пионерский детки. Пионерский отряд. Называется, да? Ручеек. Это вожатая Анна Витальевна. Добрый день всем. Вот так. Вот наши дети накупались. Сейчас зарядку будем проводить. Сейчас подкрепляются. Дискотеку устроим тут по полной. О, да. Вот такая вот полянка. Всем выделен сок безалкогольный. Артем, ты что кушаешь? У меня сок алкогольный. Вон кушанник. Там есть, смотри, там всем хватит. Я всем наливаю. Вот так рыбалка продолжается. В принципе, пескарики идут. Да, пескарики? Ну, что-то идет, короче, мелочевка. И здесь же купалка, здесь же отдых. Отдых продолжается. Ира воды напилась, да? Морской. Подавилась. Здесь пора прыгать. Здесь Артем. Короче, все раскиданы. Здесь еще этот костерчик у нас. Здесь Оля поджигатель. Чисто по-русски костер разводит, как в пионерском лагере. Кучечки. Подпольная кликуха. Да. Только поджигатель. Да, здесь вот чайники есть. Я хочу показать. Вот здесь, смотрите. Положили чайник, вот. И дерево сжалось с годами, да, и вот оно остался там. И вот так же барбекюшится, все в комплект входит. Здесь у нас где-то Мирончик спит еще на свежем воздухе. До сих пор, да, вот он спит. Бублик. Сейчас здесь будут жариться сосисяндры. Сосисяндры. На вот таком вот дизайне. Здесь рыбаки. Все весело, шумно, никого нет, кроме нас. Большая компания отдыхает. Захлебывается. У нас усиление рыбаков. Дедушка уже устал. Вот помогает Артем. Держит. Поплавок уже скоро заклюет. Сейчас еще рыбку поймаем здесь. Здесь купалочка у нас. Морские церкви, морские домики. Ой. Есть? Артем учится на глубине плавать у нас. С папой. А вот на берегу Мира он смотрит, как родители плавают. Вот Артемка выходит. Там вон колесо крутит. Да, да, вот колесо крутит Варя. За деревом Юру не видно. Какого Юра? Ой, Юру, Руслана. А здесь до сих пор у нас идет соревнование по бадминтону. Вот он, спорт. Артем, дельфин земной. На земле чисто. А у нас такой вот песок везде. А потом мы вымывать этот песок вообще.
речки такой. Русалка наша. Бледнолицая. На песочке загорает. Переворачивайся. Другой стороной. Во. О, теплая, загорай, вот так лежи. Тепло? Так, теперь нырять. На голове песок. Да у него и на спине, и везде песок. Ты мелко нырнул. Надо поглубже было нырнуть, Артем. Вот тут подальше надо было нырнуть. Ты мелко нырнул. Ты вот здесь нырнул. А надо вот, где доска. Вот здесь. О, 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 красавчик. Папа научил? Или я ты? Научился. А, красава. Я уже давно научился. Просто молодец. Не показывал, да, нам из-за этого? А так мы еще удивимся. Сейчас поплывешь туда, да, еще? Пловец. Наш отдых в разгаре. Я видел. Ты думал, я тебе говорю? Вот Юра загорает здесь. Как обычно, без рук. Поплавец. Ё-моё, это профессионал будет прыгать. Я должен снять. Лучший прыжок. С молодежи. Вау, ушла. Классно. Ты чё, разбегаться будешь столько? Ё-моё. Поворот. Здесь дети прыгают тоже. Вот здесь тарзанка, здесь интереснее, конечно. Вот сюда встаньте, я прыгаю. Давай. Я буду снимать тебя вот так. Готов? Стоп! Артём ушёл. Супер! Ты сальто кинула сюда? Молодец. Ты вообще бесстрашная девчонка, как пацан прям. Так, вот сейчас посмотрим здесь. Как здесь прыгают. Тарзанка. Сейчас увеличу. Вот она. Сейчас Ира будет прыгать. Давай, Ира! Все. Сразу. Сейчас Аня будет. Сальто-мальто. Сейчас ближе к обеду, уже все, вода теплая стала. Дети практически с утра не выходят с воды. Да, конечно, пописали, все. И горячая вода. Миша, что там? Вот так вот отдыхаем. Прекрасно. Рыбу попытались ловить, что-то не получилось. Не клюется. А так все хорошо. Но купалка. Отдых, конечно, прекрасный. Свежий воздух. Видно, что он какая зелень. У нас вот Мирончик спит как. Зона барбекю. Вот здесь Мирончик спит.
Листья, какой ветерок, прям шорох шепчет. Вода родниковая, сверху теплая, а внизу прохладная. И вот здесь вот труба стоит, она проходит вот так вот, и лишняя выходит. Сейчас покажу. Здесь дальше вот домики стоят тоже. И на той стороне тоже домики. Все, так дальше идти. Вот это мой шурин сделал. Классно. И еще сюда дальше идти, там по краю тоже идет зона отдыха вокруг. И там коттеджи. Здесь беседки, на той стороне дома. Кто с ночевкой приезжает, останавливается там. Но с пятницы по воскресенье, как обычно, мест нету. Надо снимать заранее. О, давай, давай, давай. Рыбаки что скажут? Пока не клюет? Артем, что не клюет? Блинский. Дерево желаний. Ир, вот, вот так, такой вот зайчик. Ну, вдруг не повезет. Катамаран приплыл. Детки накатались. Следующая партия сейчас будет. Заплывать. Ты звоним, что назад. Ну вот такие сосиски у нас. Ну да, они через 10 минут приедут. Я говорю, ну они через 10 минут приедут. Сколько будут делать? Два часа. Я говорю, вот пусть завтра приезжают. А где моя? Ты хочешь? А жарят ее вон там. Я показывал. Сейчас я увеличу. Все по одной. Ой, поменьше. Ты пить хочешь? Лимонад? Вон она, сосиски жарится. Сейчас у нас игра на последний кусочек самсы. Детишки играют. У кого маленькая, тот выиграл. Вот они все повернулись. Так, все отвернулись. Все повернулись. Итак, начинаем. Давайте с младших. Артем, с маленьких. Артему не достается самса. Большая, не ту вытащила. Она маленькую была вытащила. Кушай это, кушай. Полине не достается. А, Аня, ты знаешь, да? Миша. Нет, я уже сама забыла. Миша, сейчас Миша. Мама. Миша. Мама, ты знаешь, где она? Миша не достается. Не смотрите, вот так вытягивайте. Илюше не достается. Иришке не достается. Кто? Варя следующая. Давай, Варя, ты давай. 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 Варе не достается. Егор достается. Да. Егор, иди заточи эту вкусную самсу. Приз достается Егору. Я в своем городе поем. Сейчас мне надо. В каком городе? А я у себя дома. У нас лучше, да? С курдюком, как положено. А это домашняя просто, она тоже вкусная. Курник, это курник? Ну типа, да. А я думаю, это свинина. Курица. Там все вместе. А я у себя дома. Артем, надо маме твоей позвонить, пусть сам сыном напечет. Миша.
Сейчас как заедем все твоей маме. Мари Руслан. А у нас семья большая. Дай палочку. 20 сразу. Катамаран катается, детки катаются. Здесь еще одна вот зона отдыха. Сейчас покажу. Избушечка такая. На небольшое количество людей, правда. Здесь зона барбекю. Вот она. Мангал. Здесь вот такая избушка. Все с дерева. Здесь на небольшое. 6 человек. На 6 человек. Ну, классно. Чистый воздух, отдыхают люди, приезжают. На выходных мест нету. Все под запись, занято все. Так, ну все, процесс сбора у нас. Мероприятие прошло, рыбку я ничего не поймал. Поймал только Юра. Тимофей тоже ничего не поймал. Поймал только... карпа. Ну и выпустил. А он маленький просто был. Поэтому рыбаки настоящие вот. Нет, вот такие две поймали. Конечно, нет. Тут такие, тут здесь иди быстрее. Поймал. Да не надо. Иди отпусти. Не нельзя. Надо их забирать. А они в следующий раз больше. Все. Уезжаем. Сейчас собираем вещи и уезжаем. Вот как мы плотно там едем. Все отдыхают, там загорают, с курточками. А сейчас посмотрим, как вылазить будут. Ты сними. Вот первая машина, смотрите, сколько вылазит людей. Выходим. 4, 5, 6, 7, 8. 8 человек, вот 9 вылез. 9 человек. Теперь эту машину. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 человек. Здесь на одного человека больше. Вот так вот мы приехали. Да, 10 человек, комфорт. Вот представляете, на двух машинах. Вот такая толпа ехала на двух машинах. И сто еще и влазит. Все, отдохнули, приехали. Теперь будем топить баньку и купаться. Хотя еще надо груз здесь снять тоже. Вот такой багажник еще полный. Представляете, еще тут-то есть вещи. Здесь есть вещи. Здесь на первом этаже он до сих пор вытаскивает. Самые главные вещи. Да, вот это самое святое, святая вода. Здесь тоже еще багажник полный. Да? Багажник тоже полный? Вот, тут еще и вещи. Ё-моё. Вот так отдыхать надо, ребят. Комфортно. Никто не в обиде. С удовольствием.